Дрезину я добыл, хотя было и непросто. Крест спрятал ее в облюбованном мутантами храме царя рыбы. Похоже, здесь мостовики приносили саму человеческие жертвоприношения. Надеюсь, теперь, когда рыба мертва, они одумаются. А мне пора забрать вагон у бандитов. Thank you.
какой грех, балда? Музыка же искусство. Ты музыку-то слыхал вообще? Ох, твою ж! Кто чужак? Здесь? Чужак! Еретик! Ты с того поезда, да? Ну, здравствуй, браток. Здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина. Во, видишь, сын, нормальный человек с обхождением, и нечего так нервничать. Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сынуля мой, тут если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик, пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобата с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидят, кто донесут. Ну и не поминай лихом. Во-первых, грех. Во-вторых, вы этой своей бесовщиной еретика накликали. Слава рыбе, мирный оказался. Больше так не свезет, небось. Ну и в-третьих, не дай бог донесу. Тогда и вам, и мне не сдобровать. Пойдемте-ка домой. И про все это забудем. И что еретика видели, и про технику бесовскую эту. Будто и не было ничего. Ладно, пойдем. Вы мне, батя, обещайте, что больше никаких глупостей. Не подставляйте меня. А я вам с Ленкой в следующем году внуков заделаю. Только вы смотрите им голову, не забивайте техникой этой. Грех.
Москва! Тут дюшкан этот! Чертила этот внизу прятался. Алло, браточки! Давайте эту суку найдем в темпе, пока не свалил! Thank you.
Братва! Эта сука тут ныкается где-то! Надо все! Не шмаляй, сдаёшься!
Thank you.
Артём, видим тебя. Молодцом. Давай сразу ко мне. Караван торговцев прибыл. Это да! А я в вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Сразу видно, холили или лей. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Артём, поднимись в рубку, дело есть! Мы тут заждались уже все! Аня сильно переживала. Говорю, Святослав Константинович его не зря посылает на самые трудные задания, доверяет! Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Здорово, Артём. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же спецназ, не танкисты. Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо. Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха! Круто, спасибо! Спасибо вам, спасибо! Вы не представляете, что это для нас значит! Спасибо! Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло.
Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Артём, мы на позициях. Ждём. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Я здесь! Пропажа ты моя! Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец! Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артём, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Артём, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснёт. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Thank you.
Смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Чего там? Надо проверить. Да куда ты вечно лезешь? Больше всех надо, что ли? Да мне бы оно и нафиг не сдалось, но проверить надо. И оглянуться не успею. Ладно, а давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Ну да. Задницу мне не прострелить, мститель. Там кто-то есть! Сейчас... Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну их, психов этих. Ты про пост, что ли? Да уж. Отличное место для часового. Эти доблестные защитники, мать их сану. В прошлый раз нам всю рубку изрешетили. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот сволочи. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают, я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже, говорят, не сахар. Там черт его знает, что творится, никто не был. Врут кто во что гораст. Но с Нижним все ясно. Я вон на шкуре своей убедился. Видел шрам? То-то. Ну, красота просто. Поставили меня охранять. Могли бы просто вывести в чисто поле. К стенке с тем же успехом. Ты чего валяешься? Чё? Эй, кажется, там в проходе что-то есть. Между грузами и узкие проходы. Давай через них. Внимание, там внизу. Возможно, противник. Слышь, у тебя там очку нету? Нету. Между баржами есть плот. Перелезь через борт. Я тебя все равно найду, так что выходи! Ну ты даешь. Это что там? Эй, что там происходит? Где ж ты, а? Где ты, собака? Внимание, слева. Скоро я тебя найду, так что выходи лучше сам. Похоже, ушел. Отбой тревоги. Он ушел, давай дальше. Подумаешь, если все и дальше пойдет, как сейчас, то у нас затворы намертво приржавеют. Эй! Вон он где! Вот он! Артём, один тебя засек! Догони его, заметили, огонь! Вижу противника! За ящиками! На, собака!
гад! Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду! Оружие сложи! И сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Сволочи. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, внимание, справа. Тоже говорят, не сахар. Там черт его знает, что творится. Никто не был. Врут кто во что гораст. Но с Нижним все ясно. Я вон на шкуре своей убедился. Видел шрам? То-то. Слышь, у тебя табачку нету? Нету. Что за где ты жмотишься? Вон же кисет висит. К начальству идти. А у меня опарыш там. Перелезь через борт. А то так и знаю. Ну ты даешь. Тут же и не ловится ничего. Та тварь, небось, всю рыбу выжрала. Уклейку хрен выжрешь. И вообще, иди давай. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только клев начинается. Ладно, сиди. Ненормальный. Уклейку я его распугаю. Если все и дальше пойдет, как сейчас, то у нас затворы намертво приржавеют. Убраться бы отсюда поскорее. Долго стоять тут. И пикнуть не успеешь, если что. Давай дальше. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Так Михалыч варит. Только генератор глохнет на постах. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вон сколько протянули. Тем более за новые Ахмед еще два рожка сверху зарядил. И стой! Вообще, чё ты волну гонишь? Спешишь куда? Стрёмно тут. Вот он! Артём, заметили тебя! Огонь! Его заметили! Огонь! Хватит с меня! Навоевался! Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже говорят, не сахар.
Там черт его знает, что творится. Никто не был. Вдруг то, что в горах. Но с нижним все ясно. Я вон на шкуре своей убедился. Видел шрам? То-то. Эх, this place just make you wanna drink. Слышь, у тебя табачку нету? Expect, really. Нету. А у меня опарыш там. Опарыш? Ты в порядке? Ну ты даешь. Что, тут же и не ловится ничего. Та тварь, небось, всю рыбу выжрала. Уклейку, хрен выжрешь. Он ушел, давай дальше. И вообще, иди давай. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только трёп начинается. Ладно, сиди. Ненормальный. Внимание, там внизу. Возможно, противник. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Ну, так Михалыч варит. Только генератор глохнет на поставь. Чего мы тут вообще торчим? Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вон сколько протянули. Тем более за новые Ахмед еще два рожка. Эй, что там у тебя? А? Вон, в проходе. Кто-то там есть. Артем, заметили меня! Огонь! Огонь! Его заметили! Огонь! На, получай! Получай, бля! Сейчас я его гранатой! Отходим на точку сбора! Санитар! Санитары да, сюда! У меня опарыш там. Интересно, что лучше? Опарыш? Куда ну, ты даешь? Отсюда прилетать. Тут же не ловится ничего. Как по мне, так небось, всю рыбу выжрала. Уклейку, хрен выжрешь. Он ушел, давай дальше. И вообще, иди давай. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только клёп начинает. Ладно, сиди. Ненормальный. Уклейку я ему распугаю. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Так Михалыч варит. Только генератор глохнет на постах. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вон сколько протянули. Тем более за новые Ахмед еще два рожка сверху зарядил. А? И вообще, че ты волну гонишь? Спешишь куда? Стремно тут. Зверюга это в реке. Ничего. В жизни такой дряни не видел. Подумаешь, это ты к Чебоксарам не ходил. А чего там в Чебоксарах? А того. Там такая дрянь баржу потопила. Вообще загнали. Да ну, брехня. Это ты Серому расскажи, как увидишь. Они с корешами ту зверюгу поймать хотели. А как? Как им кверху? К тросу кошку, на кошку собаку жареную. Конец на кнехт. Ну и сели ждать. Ну и чё? Ну и клюнуло оно. Как дернет, кнехт вырвало. И борта кусок заодно. Они сразу на дно сели. Вот это да! Да ну тебя! А дальше? Ну чё, погребли на берег. Пока доплыли, двоих корешей серого тварь слопала. Пасти ухлопала, и нету, только круги на воде. Ну брехня же! А серый, думаешь, чего седой весь? Ему ж сороковник всего. А хрен его знает! А ты спроси, он расскажет. Как плыл, а за спиной чемодан этот хлопал. Да. Ладно, пойду я. И я. Давайте. Дай мне тут чего стоять. Ну что за место?
К начальству идти, конечно, неохота, но тут точно придется. А то так изгноят тут. Сил уже нет стоять тут. Понятно, чтобы по мне стреляли тоже неохота, но хоть бы что-нибудь случилось уже, что ли. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего. Да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать будет, а? Ну, Артём, погнали!
Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт развратило. Пришлось там мель сажать. Аврора, скажи, мы выдвигаем целый сход. Готовы начинать. Принято, товарищ полковник. Работаем. Как чего? Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был. Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть и расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Все как в видении. Они в набат ударили, наши на лодке и туда, но не нашли, как сквозь землю провалился. И Катька эта ведьма сотрудник своих сбежала. Говорят, у еретиков ее видели. Думаешь, нападут они? Да кто их знает? И а чё так? Семён-то вернулся. Ты чего, обалдел? Они же смогли всех демонов извести по крестцу, так и не возвращаются. Да кого хочешь спросить? Их там нехристи перехватили, а еретик из новых освободил. Зря это демон просто. И не такое придумывают, лишь бы к демонам не идти. Нет, брат, не зря филон. Как вернулся, в храме скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семена за еретика молиться будем, понял? Ох ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. Ну, Семен, а потом что? Перекрестился, порог поцеловал и обратно ушел. К демонам, понял? Да, а Кирилл что? Он как раз молиться и будет. Сам отец Силантий не таки не снял. Я вот думаю, все. А я ведь утрочу, как отшила меня тогда сразу. Да что тут надо думать? Было так, на ту сторону ее хотят, как все. А чего как на той стороне? Брат, все лучше жизни хотят. А хорошо где? Ну, знаешь, не надежда. Где нас нет, вот где. Чего это? Мы же праведники, отец Силантий с нами. Да не про то я, бестолочь! Фу на тебя! У еретиков хорошо? Сам как-нибудь. Да что с тобой толковать? Артём, стой, я почти на месте. Где ты там потерялся? Еретики идут уже. И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет. И стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди в тени обратились, и только обитель наша уцелела, и потух нашли приют, верные Господу. И смилостивился Господь, и промеж них избрал старшего именем Силантий, и рёк ему: «По те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете!» «Отвергаем!» «А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический проклятый подарок лукавого глупцам! Чтобы те о себе возомнили, будто стали превыше Господа и премогущественнее Его! Отвергаем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит светлые чертоги Господа, царь Рыба! Слава царь Рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали.
что напали на приют наш! И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным смердящий, током электрическим не убоимся! Встретим во все оружие врагов наших! Ибо настал наш час! Аминь! Аминь! Так пусть же десница ваша разит слух нечистого бессонных и сожаления! Ибо исполняем мы волю Господа нашего! И от него примут враги наши кару и воздаяние за грехи их. И все, что стоят у врат нашей обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится. Тому же и стражи не миновать! Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели, до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь! Ну вот и молодец! Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог! Вы, главное, не стреляйте! А машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит! И останавливаться нельзя, мост рухнет! Вам придется прыгать! Аврора, это князь! Мы договорились с местными! Нас пропустят, если не будем стрелять и пойдем малым боем! А, и останавливаться не будем! Прием! Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! Волга осталась позади. Бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Артём! Артём! Просыпайся! Проснулся уже? Артём! Тебя полковник в рубку зовёт! А я побежал! Вставай! Пора! Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей и так мало осталось. И может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила? Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Артём, посиди со мной немного. Хорошо как. Век бы так лежала. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну,
Ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Знаешь, я тут с Катей поговорила. Сижу, вспоминаю этот мост, людей этих. Ну вот, мы под землей 20 лет просидели, а они нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолеты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро, только еще более задуренные и несчастные. По сути, они просто рабы, самые настоящие. Целый день вкалывают, полночи молятся. Все по расписанию, все под надзором. Все, буквально все. Решает община, ну то есть, понятно кто, Силанти этот. У них ведь даже своего ничего нет, штаны и те общинные. Наврал им с три короба про электричество. Они и уши развесили. Не все, понятно, но там просто если вопросы задаешь, получай епитимью, поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну а это верная смерть. Ну какая беда от фонарика? Что плохого в радио? Нет, только прячутся, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет? Люди вообще как-то удивительно легко верят во всякое вранье, знаешь? Главное, чтоб удобное вранье было. Или хотя бы привычное. Вот мы в метро. Ну ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Если моей футболки на антенне не считать. И Катя их видом не видывала, и крест. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам в метро не про них говорили. Не объясняли, что война еще идет. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Все это время. Ради благих целей, наверное. Но все метро на вранье держится. Ох, зла не хватает. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? А отец даже слушать ничего не хочет. Следи за собой, будь осторожен, враг не дремлет. Ты знаешь, я отца люблю. Сильно. Несмотря ни на что. Но что, если все, что рассказывали ему, просто еще один слой лжи? Надеюсь, хоть в Ямантау об этом узнаем. Как все на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Спасибо, Артём, выслушал. Давай помолчим теперь немного. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Дядя Артём! Дядя Артём! Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как король, честное слово. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерской пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются.
И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то непочатый край. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя вон, броник спинную пластину вообще не держит. А он ржет. Хорошо, мол, не переднюю, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение всякое. Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курево. Пробирает. Забирает. Ну ничего, продышимся. В общем, правильные вы, Артем, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил, орел? А сейчас грудь колесом ходит. Хвастается, как есть пацан. Но боевой. Ну так, я что сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну и я... простой я человек. За мной не заржавеет. Ну и как оно тебе тут, после подвалов ваших, а? Ну а то, места столько. Оно, конечно, бурьяны да развальны, но... глядишь, найдем и что получше, а? Хотя, вы же, я как понял, к начальству намылились. Ну вот и не серчай, братка, ну вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? Не, ну глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных, вечно речи толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого ни холодно, ни жарко было. Но уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кое оно вообще? Я-то человек простой, раз подписался, то куда вы, туда и я. Ну, вообще, лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хромы там царские. Мы и пристроимся где-то. Ладно, Артем, ты тут продрог, небось. Ну так беги, а я тут подышу еще, помозгую. Ну или стой, места ведь полно. Позже. А вы мне тогда ремень на дяде Сэмовом автомате разрешите починить? Ну, раз так, конечно. Только под наблюдением. Сэм знаешь какой? Ух! Ура, ура! Дядя Сэм не страшный вовсе, а даже добрый. Ха-ха. Ладно, давай. Смотри сюда. Один раз показываю. Видишь, вот так вот. Понятно. А теперь вот так. Ага, ясно. Здесь главное не спешить. Понятно. А теперь
Вот так. Вижу. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. Спасибо, Степа. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. 3 дня прошло, я все держалась. Думала, и вида не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно, не вижу ничего. А она подошла и говорит: «Ты поплачь, мам, тебе легче станет». А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что знает она все. Простите, Катя, простите. Давайте я лучше расскажу, как мы тут на мосту оказались. Мы сами на северо-востоке отсюда жили. По прямой вроде и недалеко. А ехали месяц. Там дальше разбомблено все. Ермак меня спрашивал, я ему рассказала. Сеня говорил, там сплошь ящики были. Ну, заводы военные. Да и вообще промышленные города. А теперь даже с фильтрами не пройти, такая радиация до сих пор. И путей нету. Кратер на кратере. Мы издали видели. И то счетчик, как заведенный, трещал. Ну вот, одна небольшая ветка уцелела. Там бомбить-то особо нечего было. Вот мы по ней и проехали. Думали дальше на запад двинуть, но... Сами понимаете, через мост нас с дизелем не пустили. Мол, сатанинская машина. Но сказали, если отдадим дизель для очищения, примут в общину. В общем, остались мы. А потом уже из Ихотея не вырвешься. Гад этот плешивый, батюшка Силантий, так головы задурил. Только молились да поклоны били. Своими руками дизель наш разобрали и в реку по частям. Мол, в очищающую купель. И еще и на нас с Сеней, мужем моим, волками смотрели, что мы отказались. Потом Сеня пошел проведать их, а там только местные. Что, где? А Силантий, гад, устроил им экзамен. Мол, хотите в миру, как все, а не пришлыми быть, значит, демона одолейте. Сеня за ними остановить. Поздно. Одни лохмотья обгорелые. А потом и его туда же отправили. Вот и он не вернулся.
Катя, простите, я не знал. Ну, что тут поделаешь? Дело прошлое. Что мы все о грустном? Давайте вы, Степа, лучше сыграйте что-нибудь. Конечно! А ты как думал? А с Бронником-то что? ТТшник ругался? Артём, ну, тебя полковник в рубке ждет. Коры кокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Ну, ты трепло. Артём, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже подошел. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А ну держит. Что оно? А я знаю. Темно, никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И че? Ну че, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз халабуда это была внизу, до крыши невысоко. А царь этот что? Ну, здоровый такой, страшный. Болт там торчал такой ржавый, вот я за него спиной броника. Хорошо, что у тебя князь. О, есть уже. Вот это да. А дальше-то что? О, а дальше? Дальше уже дедка этого в оборот взяли. Ну что там, мы... Артём, в общем, сам справился. Орёл. Да, молодец он. Пока я там по верхам скакал, как макака, да с царем этим... О, воевал. Он, в общем, весь вопрос решил. Это точно. Молодец, Артём. Да, вы оба красавцы. Ну и крест, конечно, тоже. Это да. Как он им зубы заговорил. Любо дороги. Они доски эти когда таскать начали. Я чуть не помер, артист. Да, толковый мужик. Вы все, в общем, отлично сработали. И за это надо что? Выпить. Точно! Истинно наш человек, Сэм. Ты как, присоединишься? Нет, я пока пешком постою, вот за обедом. Ну, значит, потом тебе штрафная будет. Это точно. Ну, мы все равно сейчас немного, для разминки. Хорошо пошла.